Привет, друзья! Спасибо, что подписались на мой канал. Вы прислали много вопросов, я на них буду отвечать. Отвечу сегодня на несколько из них. Вы заказываете диски, я вам отправляю их почтой. Сегодня компактный диск «Танцы на битом стекле» уезжает в Феодосию. Письма, письма лично на почту ношу словно. Я роман с продолжением пишу, знаю. Халтурин Сергей. Знаю точно, где мой адресат. Вообще с Гурьяновым я никогда не дружил. Ну, понятно, у нас разные интересы. Я был женат, а Гурьянов не был. Ну, об этом говорить мы не будем. Впервые мы с ним познакомились, наверное, даже не в рок-клубе, а на записи альбома «Это не любовь» на Охте. И знаете, он приехал туда один раз, там, напеть что-то в подголоски. Потому что все барабаны мы програвировали с Каспаряном вместе. Потом я как-то возвращаюсь домой и встречаю Гурьянова на остановке. Автобусной остановке на Московском проспекте. И мы пригласили его в гости. И он приехал к нам, мы хорошо посидели, обсудили, что будем делать дальше. И потом у нас уже были разные взаимодействия на предмет записи музыки к концу каникул. Такой кинофильм был. Потом я связался с Алисой и рассорился с кино. А потом я пришел в поп-механику и помирился с Цоем. Помирился с Цоем, мы записали группу «Крови». Гурьянов принимал самое живое участие в сведении и все время находился рядом, чтобы мы что-нибудь не испортили. Что я могу сказать? Когда Гурьянов стал художником, наши пути вообще разошлись. То есть я вообще не знала, о чем с ним разговаривать. Он вообще не был очень контактным человеком. Ну, может, в своей среде, конечно, да. Но он понимал, что я из другой среды. И он со мной никак не контактировал. А в последние годы его жизни так получилось, что он ко мне как-то заехал уже на новую квартиру. Мы посидели, обсудили что-то. Я поставил свою музыку и даже попросил его найти кассету группы «Крови» многоканальную. Но Гурьянов пообещал мне сначала, а потом посоветовался с Юриком, наверное, и не дал мне эту кассету. Ну и, наверное, правильно сделал. В каком-то очень лохматом году я сделал для сайта Дни.ру рубрику «Кино после смерти Цоя», где рассказал о Гурьянове, как представил его как художника и назвал его русским Веласкесом. Ну, действительно, он делал огромные картины. Они не вмещались ни в один дом, их надо было как-то в окно. Ну, в общем, я не представляю, как он с ними справлялся. И, скорее всего, он их прямо на площадке растягивал на рамы, потому что иначе вынести их из дома невозможно было. 5 метров, ну как? Вот. И я был у него несколько раз на Некрасовой улице, и мы нормальность тоже, опять же, обсуждали и глумились над тем, что происходит вокруг. Гурьянов был ужасно глумливый человек, то есть он казалось, что он всех ненавидит. То есть он обо всех говорил в такой форме, через губу. Я не приветствовал такой стиль общения и такой стиль отношения к жизни, но кто я такой, чтобы учить Гурьянова? Потом Гурьянов очень сильно слег. Болел он тоже страшной болезнью, свойственной его кругу. И умер он тоже как-то очень тяжело и долго умирал. Как так получилось, что я инициировал сбор денег для Гурьяна? Был опубликован номер карты. Его друг Олег Цветков, который, ну, можно сказать, провожал его ментально в последний путь, написал в Фейсбуке о том, что
Гурьянов нуждается в средствах. Для меня это было подобно разряду грома и молнии, потому что я никогда не подозревал о том, что Гурьянов может нуждаться в каких-то средствах. Зная о том, что одна его картина стоит до 200 тысяч евро, я понимал, что он не может нуждаться в средствах. Но так как об этом написал Олег Цветков, я немедленно сделал пост в своем живом журнале и рассказал о том, что Гурьянов нуждается в средствах, и дал номер его карты. А группа «Черный квадрат» за 3 дня до смерти Георгия принесли мне мешок денег для того, чтобы я перевел ему на карту. Буквально через 2 дня в интернете появилось много замечаний на тему «Уберите это! Зачем? Гурьянов не нуждается в заемных средствах! Вообще Гурьянов в деньгах не нуждается! Как вам не стыдно?» Дело было уже сделано, было уже поздно, ролик уже пошел, и Гурьянов умер. Похоронили его здесь рядом, на Смоленском литературном кладбище. Вот, собственно, и все, что я могу вспомнить про Георгия Гурьянова. Это был замечательный человек, очень глумливый, очень злой, но тем было приятнее с ним общаться, когда он источал добро. Пришел вопрос о записи «Кофе Баланс», который был сделан в 86 году. Группа «Кофе» и группа «Кино», они меня очень хорошо тогда перевезли с одной квартиры на другую. И еще не делая ремонта, мы уже начали с группой «Кофе» взаимодействовать и стали записывать альбом «Баланс». Я хочу сказать, что альбом записывался на смотке, которые мне присылал Миша Баюканский из Москвы с ГДРЗ. Миша Баюканский покупал их там в ГДРЗ по 7 рублей и присылал мне поездом. Я на эту пленку записывал все опыты тогда. И группу «Авиа», жизнетворчество композитора Зудова, и «Объект насмешек», «Смеется тот, кто смеется последним». Свои записи делал на эти смотки. И также мы на такие же смотки записывали кино для фильма «Конец каникул». И уже только потом уже Джана стала привозить хорошие записи, и я стал ездить. Я когда вдул группу «Крови» в Москве, меня часто упрекают в том, что я как-то обогатился на группе «Крови», когда отправил ее, отвез в Москву Андрею Лукинову. Ну, вы можете спросить у Андрея Лукинова, он жив, здоров, и вы можете спросить у него, как он меня обогатил. Я знаю, что он сам-то нормально обогатился, но я получил от него 5 километров басфа нулевого и записал на него свой альбом «Танцы на битом стекле». Для группы «Крови» у меня был материал от Джаны Стингри, на который нужно было это записать. Лента «Занал» английская. А когда мы писали «Кофе», на смотках было что-то, естественно, записано. Мы их прослушивали, что там, прежде чем стереть. И находили всякие интересные штуки. Про Верочку, что у нас сегодня на обед, рыба или овощи. Точно так же было вот этот марш кавалеристов. Это все было вот из этих радиовещательных пленок, недотертые кусочки, которые оказывались просто волшебными и необычными совершенно. Там были какие-то хоровые вставки, которые потом пошли в «Майка ЛВ». Там было много всего, но что касается ленты «Лим-2У»... «Лим-2У». Что такое лента измерительная, магнитная, на 38 сантиметров в секунду? Ну, собственно говоря, это лента, которую мастер или звукорежиссер ставит на магнитофон,
и выставляет азимут головок. Ну, понимаете, да, вот ставит эту ленту, там белый шум. Если лента чуть-чуть, если головка чуть-чуть смещена, то будет так. Знаете, таким образом выставляется азимут головки правильно, так по эталону. И линдвау является просто эталоном. У меня он тоже был, и я почему-то подумал, что если мы про марш кавалеристов, то я думаю, что я подумал, что можно взять и от ленты. Зачем это все было сделано? Это все называется трепелизация. Что такое трепелизация? Откройте альбом «Энергии Алисы». Посмотрите, сколько там много лишнего. Вот все это лишнее есть трепелизация. Точно так же я вставил трепелизацию в альбом «Кофе Баланс» для того, чтобы разбавить вот это кажущееся однообразие и скуку в этой музыке самой, что потом выяснилось, что оказывается это тренд, и оказывается, что вот так и надо. И если бы не какие-то таинственные происшествия, я не знаю, что в эфире, то группа «Кофе» должна была бы вообще стать одной из самых популярных в стране. И недаром сегодня «Машина Рекордс» выпускает альбом «Баланс» на виниле. Это огромное достижение и огромная веха в развитии группы «Кофе», что через 30-35 лет это вдруг выходит на виниле. Если материал был записан 35 лет назад, а сейчас он выходит на виниле, значит, он того стоит. Когда-нибудь впоследствии я расскажу вообще, почему возникла группа «Кофе» и как она появилась в моей жизни. Подписывайтесь на мой канал, будьте рядом, и вы никогда не пропустите ничего нового. Люди спрашивают, почему с тобой перестала работать группа «Кино» после того, как вы записали группу «Крови». Знаете, после того, как я отвез Лукинову группу «Крови», ансамбль стал стоить в 10 раз дороже. Я не знаю, кому бы еще бы показалось, что это плохое деяние с моей стороны. На полгода раньше группа стала больше зарабатывать в 10 раз. И Цой, конечно же, в интервью поворчал на меня, что я такой сякой, ненормальный, отдал кино там и так далее. Но я отдал альбом в те руки, с которых я точно знал, что Цой выйдет победителем. Понимаете? Просто после того, как мы записали группу «Крови», у группы стало столько много денег, что они могли заплатить за любую студию. Вообще за любую. Они пошли к Леонтьеву записывать «Звезду по имени Солнце». Ну и правильно сделали. Сколько можно торчать в пыльной квартире и делать вид, что... Ну, в общем, сами понимаете. У нас не было ссор никаких. Мне не было высказано ни одного упрека по поводу того, что группа «Крови» раскрутилась по всей стране. Я не знаю, в этом сложно упрекнуть. Поэтому я могу совершенно точно сказать, что со мной не работали только потому, что я перестал быть нужен. И это абсолютно нормально. Если вы хотите уточнить какую-то информацию, пишите мне в комментариях под этим видео.